Привет! Думаю, все не раз слышали о таком десерте, как молочный ломтик от Киндера. Сегодня я покажу, как это лакомство приготовить дома. Чтобы в дальнейшем не прерываться, для начала смешаем какао с мукой. Взбиваем белки до пены, не останавливая миксер, добавляем сахар и продолжаем все взбивать до устойчивых пиков. Взбиваем желтки с сахаром до легкой пены, около 2 минут. Добавляем к желткам взбитые белки и аккуратно перемешиваем складывающими движениями сверху вниз. Слегка остывший бисквит разрезаем напополам и заворачиваем в пищевую пленку, чтобы он не подсох в процессе остывания. Пока остывает бисквит, займемся кремом. Добавляем желатин в сливки и даем ему постоять 10 минут, чтобы желатин разбух. На водяной бане доводим желатин до полного растворения, постоянно помешивая. Следите, чтобы он не закипел. Оставляем растопленный желатин на выключенной водяной бане, чтобы он опять не застыл, пока мы будем работать со сливками. Сливки нужно взбить до устойчивых пиков. К сгущенке добавляем желатин и хорошо все перемешиваем, а затем аккуратно вводим взбитые сливки. Готовый завернутый в пищевую пленку десерт отправляем в холодильник на 1 час. Теперь готовьте молочный ломтик дома. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.